Друзья, всем здорово, всем привет! С вами канал Охотничьи просторы Томича. Я его ведущий Александр. Сегодня с Санечком выбрались на вечерочку с подсадной уточкой. Ну и вальшнап у нас сегодня последний день в этом районе. Вот. Вот она плавает, наша подсадная уточка. Вам ее должно быть видно. По снаряжению Атанео, стрим, инерционный полуавтомат, патрон самокрут, семерочка, рек 2, H24, бесконтейнерный, биопыш, главпатроновский, дробь семерочка, промтеховская. Вот, будем сидеть ждать, возможно налетит уточка, крикашек, селезень, а возможно налетит и вальшнеп. Будем показывать, что из этого получится. Посмотрим. Все впереди. Если что-то будет интересное, то обязательно включимся и вам покажем. Дождик пошел, ветер дует, а мы сидим и ждем. Но спасибо. Я селезня выбирал, смотрю, прям метров так 25 на 20 налетает. Итак, братунцы, закончилась наша охота вот таким прекрасным селезнем. Нас с Санечком с полем. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!